Привет, друзья, с вами Рашна Ридзука. Сегодня мы начинаем новый выпуск задротского мяса. Сегодня мы будем кормить вас самым отменным, самым отборным мяском, потому что сегодня будут драться самые сильные задроты интернета. Итак, народу в комнате собралось дофигища, и опять из-за этого зайти не все могут, но мы будем опять перезагружаться через какое-то время. Итак, у нас сейчас Nico Fenty, Moonlight RZN и Луир, или по-другому Арис, как он просил его называть. Это у нас должен быть очень крутой игрок, император группы ВКонтакте, посвященной Mortal Kombat. И вот первый поединок, мы с ним сейчас схлестнемся. Итак, начинаем. Поскольку он крутой игрок, то я, как всегда, беру Кунг Лао. Соня. Ага, Соня. Решил взять персонажа поскоростнее. Сейчас я чувствую, буду огребать сильных люлей, но это не главное. Главное, что как поведут себя другие участники. Fight. Ого. О, вот этого мы и ждали от сегодняшних поединков. Вот таких вот серий. Ну, брейкер, включайся же, брейкер. Нет. Мне конец. Ну ладно, ладно, ладно. Погнали! Не дам себя просто так побить! Ух ты! А, ну это был форлейкер очередной! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо! Успокойся, девочка! На, рис тебе получи! На! Я просто так не сдамся! Низука просто так не сдается! Ой-о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 й! Ну, дайте еще разочек ударить напоследок! А, не дали! А, это все! Ой-ой, что ты творишь-то, девочка? Да, победил Соня. То есть победил Арис. Надеюсь, он в других боях покажет еще более крутую технику. А также мы ждем, конечно же, какие-нибудь фаталити. Так, значит, у нас новый король. Надеюсь, он помнит правила, то, что мы меняем бойца, потому что у нас не серьезный турнир. У нас просто зрелищные мясные бои. И не забываем, друзья, фаталити. Фаталити наш верный друг. Ну садись давай, хватит тут орать. Итак, у нас сейчас неизвестно, кто дерется. Ну, смог, по-моему, точно. А вот насчет Сайрекса, то есть сектора, я сомневаюсь. Потому что, ну точно, это не сектор будет. А, это Соня. Так, значит, у нас вышел на арену Nico Fenty. Ух ты. Кстати, классный Соня он взял в классном костюме. Он мне нравится больше, чем стандартный костюм. Так, Арис у нас что-то пока еще так думает. Ага, уже перешел к решительным действиям. Вот-вот они, эти комбосы. 11 ударов, друзья, 11 ударов! Не знаю, сколько максимально можно сделать в Mortal Kombat, но 11 это очень круто. Я 8 недель делал то с помощью велосипеда в Юканде. Вот такая схватка. Позиционная схватка. Ну, пока у нас Арис безоговорочно ведет, все, раунд за ним. Так, что-то залагал. Наверное, кто-то все-таки зашел в комнату еще. Надеюсь, это сильно нам не повредит.
Опа! Что-то у нас Ника Фэнти перешел к решительным действиям. Этот удар у него постоянно срабатывает. Ох, ох, а в этот раз его подловили на этом ударе. Правильно сделал. Лувер. Почему Лувер не использует X-Ray? Я не видел, не обратил внимания, использовался ли он блоком. А, уже пользовался, значит, пора бы X-Ray использовать. Хотя он может это сделать без X-Ray с помощью просто длинной комбы противника. Мне интересно, как бы он повел себя против наших известных. Ох, нифига себе! Нико Фэнти вырвал этот раунд под самый конец уже. Молодец! Еще не все потеряно. Еще не все предрешено, друзья. Это Mortal Kombat, это онлайн мясо. Убай мясо или стань мясом. Конечно же, никто не хочет стать мясом, все хотят рубать мясо. Поэтому все стараются. Ну, в этот раз все. Он не дал просто никаких шансов противнику. Мне будет интересно, как Арис будет поведет себя против Саши Месса или, например, Смок Посада. Так, а кто у нас зашел с аватаркой Джонни Кейджа? А, тьфу ты, это же я. Блин, придется комнату перезагружать через какое-то время, потому что остальные вообще зайти не могут. А скопилось очень много участников, к сожалению. Ну ничего, всех еще шанс будет поучаствовать. Просто почему-то некоторые участники с другими не коннектятся из-за этого. Либо одни, либо другие не могут зайти в комнату. В этом-то и проблема. Так, а Луэр, или по-другому Арис, взял на этот раз опять Соню. То есть он решил чередовать, видимо, персонажей через одного. У вас этого не возбраняется, но главное, чтобы этим не злоупотреблять. Ух ты, ух ты, ух ты! Ух ты, блин! Ну что творит, а? Да, у Moonlight RZN просто нет шансов. Ну, будем надеяться, что в этом раунде он реабилитируется. Да. Арис не дает ему просто реабилитироваться. Не дает ему времени на реабилитацию. X-Ray вообще не хочет использовать ни в каком виде, я говорю. Ух ты, пошли крутые комбы. О, нифига себе, вот это круто. О, комбо, переросшее в X-Ray. Интересно, сколько ударов засчитаем вообще? Или будет сейчас считаться удары? Что-то я не вижу счетчика. О, 22 удара, друзья, вот это круто. А, и под конец. Под конец Moonlight RZN решил все-таки немного отомстить. Хотя бы так, молодец. Эх, все. Это что такое? Это что это было? Добивательное комбо. Ну, за это комбо мы там накинем еще один балл. Это было не фаталити, но хотя бы интересно. Черт, уже моя очередь огребать. Что ж делать-то? Так, у нас Лур все-таки вышел из комнаты. Ну, значит, сейчас... Наверное, кто-то другой зайдет на его место. Так что мы, друзья, продолжаем. Так. Я нажимаю старт, но почему-то ничего не происходит. Все-таки сеть очень тупит, когда много игроков заходит. Ух, пошло, все-таки пошло. Ладно. Надеюсь, сейчас не произойдет потом резко жесткого выкидона. Милина, Джонни Кейдж. Так, значит, сейчас я дерусь против Ника Фэнти.
I make this look easy. Let us dance. Round one. Fight. Да, костюмчик опять он выбрал. Прикольный, я бы сказал. Не совсем скромный. Черт, да что такое-то? А! Ну давайте свои ударчики-то эти. Ах ты черт! Ай, блин! А, как лоха разделали. Раунд 2. Файт! Ну давай, давай, давай! Ну, блин, это твой удар длинной ногой своей. Ой. Отпусти меня, ведьма. Ух ты, блин. А, есть. Ох, по костям. И так вот, по спине. Ой, блин, вот нельзя прыгать. Нельзя прыгать с ней. А, провафлила! Провафлила! А! Итак, все, что ей нужно сейчас, это всего лишь большой кусок сферы зеленый. А, черт, неужели? Нет, я не должен. Ай, блин, ну нет, ну как? О, черт! Ой, блин, она снесла, главное, не целую голову, а часть до подбородка. Милина, точнее, не до подбородка, а до верхней челюсти. Fatality. Вот жестко-то, а. Give your respect. Так, я вижу, что у нас не могут участники попасть в комнату, поэтому сейчас мы смотрим еще один поединок с двумя этими участниками. И потом я опять перезагружаю комнату, потому что нужны наши самые крутые задроты, потому что без них никак. Итак, значит, у нас Ника Фенти против Moonlight RZN. Если во время этого боя никто не присоединится к нам, то это будет последний бой серии, друзья. Так уж получилось, что в последнее время Connect не сильно радует. Возможно, это перезагруженность нашей комнаты просто из-за этого. Хотя, бывали случаи, что мы играли с кем-то один на один, и были тоже лаги и тормоза. Так что, не могу точно сказать, с чем все это связано. Ну так, давайте. Китана против Скорпиона. Давай, верки, это крутая штука у нее. Это ее коронное оружие. Ух ты! Давай! Раз это последний бой, то эта интрига тоже займет место короля в самом конце серии. Так, пока, да, пока Ника Фенти побеждает. Но это только пока. Эх, глазницы-то глазницы. Скорпион и так глаза какие-то были такие прозрачные, белые, больные, то ли катаракты, то ли что. А ему еще их и проткнули. Все.
Да, тут просто явное превосходство по классу было. Чпок. Да. Опять отрезали голову по верхнюю челюсть. Итак, друзья, как мы видим, никто больше не зашел в комнату, не смог зайти, поэтому мы перезагружаемся. Итак, оставайтесь на канале Игра Фильм, встретимся в следующей серии.